вывести финал, сделать таким его с большим количеством побед в хорошее удобное время для зрителей. Просьба на сайте «Бильярд Харьков» отпишитесь, как вам эта идея. Возможно, будем что-то менять, будем стараться улучшать, чтобы было больше зрителей, было удобнее игрокам. Ну а финал у нас сегодня закончился. Со счетом 7-2 выиграл Артур Поляков. И мы начнем с того, что поздравим занявшего второе место Александр Колын. Саша, поздравляем. И диплом. Тебе сертификат 500 минут зависать в антикафе 7-9. И сертификат на 2000 гривен от турагентства. Будешь покупать путевку, 2000 гривен у тебя есть скидка. Отдыхай. И вот медаль. Ну а победителем у нас стал, наверное, один из самых популярных игроков в Харькове, им уже много лет. С удовольствием смотрят его игру, удивляются вообще, как залетают шары, которые в принципе забиваться не могут. Но Артур Поляков знает, как забивать самое невозможное. И впервые Артур стал чемпионом области. Артур подходил. Выигрывал? Ну, официальный чемпионат области. Артур Поляков, подходил. Тысячу минут кафе, антикафе 7-9. Спасибо. Зайдешь, узнаешь, что там. 2000 гривен сертификат от турагентства. Это хорошо. Куда поедем? Все, что сфоткаться, да? Показать. Ноль дорисуй рядом. Финалисты вдвоем фотографируют. Санька, у вас там будет 4000, короче, завтра в Сочи. Я бы его прибил, Василий. Вот одну сторону. Посередине специально приведение. Thank you.